Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Вот как спасали овцу, застрявшую в траншее. Сломай только ему. Умничка, умничка. За обе ноги. Молодец, Фиат. Умничка. Умничка. Все, операция удалась. Дурак! Если вы не знали, у туканов прозрачная кожа, через которую видны их кости и вены. Некто по имени Джош пригласил множество незнакомых друг с другом Джошей в один групповой чат. Его целью было организовать бой и выяснить, кто больше заслуживает имя. Так что правилом было, что последний оставшийся Джош сохранит имя, а все остальные должны будут его сменить. В итоге победил самый маленький Джош. Эти петухи стоят по $5000 за счет того, что они черные, даже их внутренние органы черные. У них есть доминантный ген, который вызывает такую гиперпигментацию. Бедный олененок. Ох, слава богу. Большая собака решила показать маленькой собачке, как должен звучать настоящий лай. Не так давно в Австралии было потопление, и есть красивый таймлапс с камерой видеонаблюдения. Спасибо большое за просмотр, и отдельное спасибо, если поставите лайк под это видео. А перевел и озвучил виски. Ага.